Мобилизированы все ресурсы системы здравоохранения. На заседании оперштаба власти сообщили, что ситуация с коронавирусом в регионе становится сложнее. В больницах находится почти 4000 человек с пневмонией и серьезными сопутствующими заболеваниями. Еще в начале июня пациентов с коронавирусом было в 4 раза меньше. Такая ситуация практически во всей России. Суточная смертность от COVID-19 опять поставила антирекорд. В нашей области статистика по смертности пока не меняется. Фиксируется по одному погибшему от COVID-19 ежедневно. Те, кто скончался от осложнений сопутствующих заболеваний, в эту статистику не входят. Власти отмечают, что в больницах оказываются и те, кто уже делал прививку. За все время через реанимацию из привитых прошел только один пациент с тяжелой сопутствующей патологией. С сердечной недостаточностью. А только у 4 пациентов поражение легких было до 50%. Так называемые КТ-3, КТ-4. Вот вам эффективность вакцинации налицо. Оперштаб решил новые ограничения не вводить. На заседании также присутствовали представители кировского бизнеса. Предприниматели рассказали, что проводят работу со своими сотрудниками по вопросам вакцинации и соблюдают меры предосторожности. Отметим, что полный курс вакцинации прошли около 170 тысяч жителей Кировской области. Более 200 тысяч получили первый компонент вакцины.